Магаданскими сотрудниками ФСБ возбуждено два уголовных дела в отношении двоих жителей Колымы. Их обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в сети интернет. У ФСБ России по Магаданской области возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении двух жителей Магаданской области по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации, разместивших в сети интернет информацию, содержащую призывы к осуществлению экстремистской деятельности. По первому уголовному делу обвиняется 30-летняя жительница города Магадана. Она в социальной сети ВКонтакте разместила информацию экстремистского характера. Второе уголовное дело аналогичное. Оно возбуждено в отношении 35-летнего жителя Тинькинского района, который также в ВКонтакте разместил экстремистскую информацию. Максимальная санкция по данной уголовной статье – до 5 лет лишения свободы.